Нет, все правильно. Я как мечтала быть артисткой, так я и стала. Просто я никому не рассказывала о том, что я хочу быть артисткой, скрывала это. И поэтому я не пошла в профильный институт, а сделала такой ход конем. Я пошла. Мама только догадывалась, конечно, кем я хочу быть, поэтому меня направили в институт такой мужской, я бы сказала, то есть самолетостроение и так далее, да. Вот, поэтому, в принципе, я это хорошо освоила, что такое стамеска, я хорошо знаю. Вот, и крепеж, чем он отличается друг от друга, в отличие от многих мужчин. Вот, в общем, но получилось так, что судьбоносная встреча произошла в конечном итоге, и она меня вернула к той мечте, которая у меня была с детства. Поэтому, в принципе, человек, если настроен на что-то, мне кажется, что-то произойдет, и если он этого заслуживает, то, наверное, что-то произойдет обязательно, что его приведет туда, даст ему шанс, по крайней мере.